Всем привет, с вами Маша Смолт. Сегодня у меня для вас такая поделка. Это купюрница. Вот, сделана она в подарок. Вот это фирменный логотип. И выполнена из заготовки, которую я приобрела на ярмарке мастеров. Вот. Прокрашена морилкой, сверху несколько слоев лака. Здесь вот магнитики. Причем такие серьезные достаточно. Вот, ну, это эти хлястики, они больше как декоративный элемент. Я считаю, что вполне неплохо. Ну, а дальше я покажу, как я делала. Заранее всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Если есть что сказать, то пишите комментарии. Я с удовольствием их прочитаю и отвечу. Всем пока!